Но тебе обязательно придет ответ. Ради чего? То есть какая твоя цель прихода в этот мир, твоя как бы, как говорят, миссия, да? То есть то, что дано свыше. В чем задумка Бога в отношении меня? Род, он еще дает человеку родовую задачу определенную, которую он, реализуя, и сам становится счастливым, да, и приносит максимально пользу, благо человечеству, да, этому миру. В наше время у людей, ну как я считаю, опять же, по моему мнению, у людей нет достаточно полного представления о роде, о той силе, которая скрывается в нашем роду. Мне вот пришел такой образ. Мы здесь вот в нашей школе, у нас есть пасека, занимаемся пчелами. И ну, иногда наблюдаешь за поведением пчелиного роя, пчелиной семьи, смотришь, да, как у них устроена жизнь. И начинаешь наблюдать за другими сообществами разных существ в природе. И вот наблюдая, я пришел к одному интересному открытию. Плюс я еще прочитал об исследованиях ученых. Они исследовали муравьиные, да, сообщества, жизнь муравейники. И провели такой эксперимент. Они на этапе строительства муравейника разделили муравейник такой тонкой свинцовой пластиной. И что интересно, муравьи, разделенные этой пластиной, продолжали строить муравейник и соединяли, то есть все вот и с той, и с другой стороны, все ходы, которые должны были быть в муравейнике, они четко соединялись друг с другом. Вот. Вопрос, а как такое вообще могло, да, могло быть? То есть каким образом муравьи знали о том, не получая никакой информации обычным, скажем, путем, как они могли знать о том, что там творится за вот этой пластиной? Я понял, что есть некая, ну скажем, некий организм, да, вот этого муравейника, то есть единое, можно так сказать, единое поле сознания, которое выстраивает жизнь муравьев, да, определенным образом. То есть один муравей, он не знает, как строить муравейник, два не знают, три, десять, но когда они соединяются в систему, да, в сообщество, им вдруг приходит четко, открывается вот это знание, да, о том, как все нужно делать. И то же самое с пчелами, то же самое с перелетными птицами. То есть одна птица не знает, куда лететь, две не знают, но когда их собирается определенное количество, они летят в нужном направлении. Причем раньше ученые думали, что это опытный самец, который уже летел, он ведет их в нужное направление. Оказалось, что нет. Может и совсем молодой самец, да, повести стаю туда, куда необходимо. Значит, есть некое вот это единое поле, да, которое дает необходимые знания, силы, навыки и так далее. Я попробовал рассмотреть родовую систему именно вот с этой точки зрения. То есть родовая система – это как некое единое поле сознания. Единое поле сознания всех предков, а их, представьте, если там за миллионы лет этих предков, на самом деле у каждого из нас это миллионы предков. Вот. И каждый из этих предков, он встроен в эту систему. Мало того, в этой системе есть еще уже запрограммированное будущее. То есть уже потомки, даже те, которые еще не родились. И они тоже уже в этой системе родовой. И вот эта родовая система, как единое поле сознания, открывает перед нами огромные возможности. Вот я приведу такой пример. На одном из наших семинаров, как раз семинар, посвященный роду, исцеление рода, молодой человек, по-моему, из Харькова, он рассказал свою историю. У него, ну, он жил, воспитывался мамой
отец, мать ушла от его отца, когда ему был, по-моему, один годик. Вот, и он, конечно, отца своего не помнил, но ему все время хотелось найти своего отца. Ну и мать его все время отговаривала, говорит, да не надо, он такой плохой человек, не нужно, вот он нас оставил. Вот, но он решил все-таки, нет, я отыщу своего отца. Он, ну, стал его искать. Оказалось, что он живет в этом же самом городе, на соседней улице. И он договорился с ним встретиться, пришел, его встретили очень радушно. У его отца уже была, да, другая семья. Были, ну, соответственно, там дети тоже в этой семье, другие родственники. Вот. И он говорит, что после знакомства вот с этой семьей отца, да, у меня появилось такое ощущение, реально какое-то ощущение, что я до этого по жизни летел с одним крылом. А теперь, когда я нашел своего отца, у меня как будто выросло второе крыло и появилось больше сил. И что интересно, как у него дальше сложилась судьба за эти полгода. Он мечтал стать нотариусом, но не было такой возможности. Ну, по тем временам официально лицензию было взять практически, как он говорил, невозможно. Нужно было заплатить там много десятков тысяч долларов. Вот. Ну и плюс не было помещения, в общем, не было финансовых возможностей. А здесь, когда, ну, отец спросил, что вот какие у тебя планы на будущее, чем хочешь заниматься, он говорит, да вот хотел стать нотариусом, но какие-то есть проблемы. Он говорит, слушай, сейчас идет борьба с коррупцией, может быть, ты под эту волну подай документы, может быть, получишь лицензию. И плюс к тому, вот смотри, у нас там есть квартира, там небольшая, ну, говорит, на первом этаже как раз, отремонтируй, вот от бабушки там осталось, отремонтируй, будешь там вести прием, вот тебе кабинет. Вот. Он говорит, я решил, а почему нет? Я подал документы, заплатил пошлину, получил через некоторое время лицензию. Отремонтировал квартиру, говорит, я сейчас занимаюсь своей любимой деятельностью, той, о которой я всю жизнь мечтал. У меня появилось множество родственников, да, со стороны отца. Все, говорит, замечательные люди. При этом у меня и с мамой наладились отношения, вот, и с теми родственниками, которые были с ее стороны. Говорит, я чувствую, что у меня сил стало в жизни больше. Вот, это вот реальная история о том, как на самом деле человек, когда он выстраивает правильно отношения со своей семьей, со своими родителями, со своим родом, он получает дополнительную силу, дополнительную энергию. Ее, может быть, так вот, ну, трудно выразить какими-то материальными, да, вещами. Хотя, когда человек получает, да, помощь конкретную от своих предков, да, или те же самые в наследство какие-то там, какое-то имущество, по-моему, это, ну, вещи, которые можно выразить в финансовом эквиваленте. Но я сейчас немножко о другой силе. Эта сила гораздо, она такая тонкая и она еле уловимая, но что интересно, что вот эта сила рода, она открывается человеку и дает ему новые возможности вообще для роста и развития в жизни. Это сила всех тех предков, которые были в роду, и всех тех потомков, которые еще будут, по сути, ради которых ты сейчас и будешь жить в этом мире. То есть ты свою силу и энергию будешь фактически, ну, отражая детей, да, воспитывая их, ты вот эту силу и свою энергию будешь им передавать, свою жизненную силу. И потом же она к тебе опять же будет возвращаться. Это вот есть такой опыт, вот каждый может его провести. Если две свечки соединить вместе, пламя двух свечей, то оно вырастет два раза. Если трех свечей, в три раза. Если четырех, в четыре раза. Если пяти, в пять раз. И так далее. То есть на самом деле, когда мы, ну вот, свою энергию, да, отдаем, да, кому-то, да, свою энергию, внимание, заботу, мы становимся в два раза сильнее. Если, ну, соответственно, чем больше людей, о которых мы заботимся,
которым мы бескорыстно дарим свою любовь, внимание, на поддержку, на просто хорошее, доброе слово, мысль хорошую, потому что все с мысли начинается, да? Вот подумали о ком-то хорошо, тепло. Мы при этом сами становимся в 2 раза, или в 3, или в 4, или в 10 раз сильнее. И думая позитивно о нашем роде, да, о наших предках, о потомках, соответственно, заботясь о потомках. То есть, например, человек разумный, он не будет употреблять алкоголь, он не будет себя уничтожать, убивать. Почему? Потому что он тем самым уничтожает свое потомство. То есть он идет против рода. Он, наоборот, будет вести трезвый образ жизни, он будет стремиться развиваться, совершенствоваться, в том числе и в материальном плане совершенствоваться, да, и в духовном. Потому что это все будет передано вот в этот, ну, как сказать, в общую копилку, да, в эту единую систему, родовую систему. И это будет делать тебя вот во столько раз сильнее, во сколько, вот, сколько ты вложил, да, вот в свой род. Опять же, это вложение какое? Это вложение начинается с нашей мысли. То есть наши хорошие мысли, например, просто благодарность. Благодарность нашим родителям, да, благодарность нашим дедушкам и бабушкам, благодарность всем нашим предкам. Вот на самом деле мы же не так часто-то своих родителей даже благодарим. А ведь это, ну, желательно делать вообще вот при каждом возможном случае. Нужно просто благодарить своих родителей и говорить о том, как мы их любим. Вот когда ведь, на самом деле, когда дети к тебе подходят и говорят тебе слова благодарности, ведь тебе же приятно это, ты понимаешь, что ты, ну да, не зря что-то делал, да, не зря живешь. И родители, на самом деле, они ждут этого от нас. И когда мы даем вот эту силу свою благодарности, да, силу любви, благодарности, мы и получаем в ответ энергию рода, да, силу рода. А ведь это же очень просто на самом деле. Ведь, ну, для этого даже не нужно особо каких-то усилий совершать. Хотя вот я знаю из опыта, из практики, но все-таки многие люди к нам приезжают с такими вот проблемами, когда они, ну, не то что там поблагодарить, они вообще ненавидят своих родителей. А я говорю, как это вообще возможно? Вот там отец, он там так себя вел. Да неважно, как он себя вел. Он себя вел так, ты же выбрал, ты же пришел в этот род. Именно этот род выбрал, именно с этим отцом. Значит, на самом деле тебя привели в этот род именно определенные твои вибрации. Так ты начинай менять свои вибрации внутренние. Меняй свой настрой. И тогда еще и не только ты изменишься, но ты поможешь еще и своему роду. То есть весь род твой начнет меняться. Вот. Это как, например, если в роду были алкоголики, да, ну, люди с зависимостями, да, ты начни вести трезвый образ жизни. И если ты начнешь вести трезвый образ жизни, ты закроешь эту программу алкоголизма, да, которая должна была передаться твоим детям и твоим потомкам. То есть ты на себе можешь эти все негативные программы, которые есть в роду, все можешь остановить, вот, трансформировать их, преобразить через себя. И, соответственно, ты можешь вообще исцелить весь свой род, опять же, занимаясь трансформацией себя самого, преображением себя самого. Именно через любовь, через благодарность, через ответственность, через самосознание ты можешь изменить в целом свою жизнь и даже свою судьбу. Вот, часто задают вопрос, как вот карма, например, связана с родовыми программами, да, и вообще вот с родом. Дело в том, что человек, он, как я уже говорил, он приходит не случайно в тот или иной род, в ту или иную семью. Ну, как вот если так вообразить, да, вот перед рождением душа приходит на такой склад, а там вся твоя карма накопленная. Ну, на санскрите это называется санчита-карма. Вся твоя карма. И тебе вот для твоего воплощения именно вот в этом теле, именно на этой земле, ты берешь там оттуда, да, то, что тебе нужно, и с этим идешь, да, вот на воплощение. Воплотился, и согласно твоей карме ты выбираешь себе родителей, ты выбираешь себе братьев и сестер, ты выбираешь себе других родственников, то есть конкретный род, да, страну, национальность, пол, то есть все в соответствии с твоими вот накоплениями, достижениями из прошлых жизней. Поэтому карма рода и твоя собственная карма
они, ну как скажем, они идентичны, да, они связаны между собой. И вот это вот, то, что ты взял на воплощение, это называется именно судьба или на санскрите прарабдха карма, ты с этой кармой приходишь уже вот в этот конкретный род. И значит, ты выбираешь для себя, я всегда говорю вот людям на семинарах на своих и в книгах, что ты выбираешь самых лучших для себя родителей, самых лучших. Именно вот, ну просто идеальных родителей. И когда говорят, ну как же идеальный, он же там пил, бил мать, да, за мной там гонялся и прочее, с ножом, да. Так, дорогой мой, ты пришел в эту семью, да, или пришла в эту семью, почему? Потому что тебе нужно было пройти через это. Может быть, в какой-то из прошлой жизни ты себя вел или вела себя таким же образом. И тебе нужно пройти через этот опыт, да, почувствовать на себе, понять, что как это ужасно, как это плохо. Вот. И изменить свою жизнь, изменить свою судьбу. Вот. А еще и помочь своему роду. Вот. И когда человек это осознает, он действительно начинает менять свое отношение. Отношение к родителям, начинает их благодарить. Да? А именно с этого начинается как восстановление отношений с родом, исцеление рода, именно с благодарности. Вот. И в целом начинает меняться жизнь человека. Почему? Потому что человек начинает получать ту энергию, ту силу, которая есть в роду. Не только же там какие-то негативные родовые программы есть там в роду, но есть же и множество предков, которые несли в себе силу и позитивную. Убираешь эту плотину, да, из своей ненависти, там, претензий, обид и прочее, и открываешь вот этот поток, да, вот эта сила энергии, она начинает приходить в твою жизнь, и вот это ты получаешь ту силу и энергию, которая помогает тебе в целом изменить даже твою судьбу. И многие люди, они рассказывают, как после гармонизации, например, отношений с родителями, в целом вообще жизнь меняется у человека. В целом жизнь, его здоровье, отношения с близкими, материальное положение. У нас был случай на одном из семинаров в Челябинске, где мужчина наладил отношения с отцом. Там была такая еще история, что он взял кредит, еще оформил его на своего отца. В общем, он значит, расплатился с этим кредитом, переоформил его на себя, вот, восстановил отношения с отцом. У него за месяц его доход увеличился в 7 раз. При этом он не менял место работы, но его доход увеличился в 7 раз. Только благодаря тому, что он развернулся к своему роду лицом. То есть он понял, что такое род, и он начал со своим родом восстанавливать связи, восстанавливать отношения. Вот. На самом деле, ну, могу много привести примеров, да, чудесных там и исцелений, и преображений в жизни людей, благодаря тому, что они начинают, ну, как гармонизировать, да, исцелять свои отношения с родом, со своими родителями, со своими бабушками, дядями, тетями, братьями, сестрами. Причем так интересно, вот дедушки и бабушки непосредственно очень сильно влияют на внуков. То есть есть такая связь, что внуки наследуют там, по определенным законам, они наследуют программы бабушек и дедушек, ну или по материнской, или по отцовской линии, в зависимости от того, кто там, кто первым родился, кто первым, кто вторым, третьим и так далее. Вот. И есть вот такая связь, это как вот цепь, да, одно звено идет другое, да, потом опять вот так звено идет, да, и получается как бы подсознательно через вот это звено родителей вот эти программы заходят в потомка, да, во внука, и они уже начинают в нем реализовываться. И почему еще важно изучать род, вот, изучать и собирать родословную, можно даже книгу родовую свою писать, можно получить определенные подсказки, очень такие важные, серьезные для того, чтобы изменить свою жизнь здесь, сейчас, в настоящем. Именно изучая вот своих предков, да, можно очень многое понять для себя. Например, вот четко я проследил связь определенную со своим дедом. Вот у меня дед 43 года, погиб на войне, да, и у меня в 43 года была такая серьезная авария, но так как я уже, скажем, до этого я над собой работал, менял программы определенные свои, создавал правильные намерения. Эта авария, как, в общем, там чудесным образом
все случилось так, что, слава богу, никто не пострадал. И мою машину так развернуло, это было зимой, что потом даже спрашивали, хоть, ну как, я там был, да, виноват. Но люди спрашивали, как так получилось, как так удалось тебе вообще там остаться, ну, как бы, невредимым, только вот, ну, там были повреждения машины. То есть определенная связь, да? Мы все, очень важно, мы как вот в этой единой системе родовой, мы все друг с другом взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно взаимозависимы. То есть нельзя, есть очень такой важный момент, нельзя никого из представителей рода исключать из родовой системы, ни в коем случае. Потому что когда идет вот это вот обиды, ненависть, претензии, отказ от кого-то, да, не хочу общаться, это по сути исключение. Потом обязательно вот те проблемные модели поведения, которые есть у того человека, которого исключили, обязательно у кого-то проявятся в роду. Поэтому ни в коем случае нельзя исключать, нужно эти программы трансформировать. И вот об этом я как раз написал вот книжку «Исцеление рода». Она вот в этом году вышла. Плюс мы семинар такой проводим «Исцеление рода», где мы как раз обучаем людей, как вот эти негативные разрушительные программы, родовые программы, как их трансформировать, преображать в программы позитивные. То есть то, что вызывало, ну, скажем так, напряжение, да, определенное в родовой системе, можно использовать как, скажем, силу определенную для того, чтобы запустить процессы, наоборот, позитивные. То есть это даст ту силу, необходимую для развития рода, системы в целом, ну, вообще для твоего собственного развития и совершенствования. Вот. И это очень важно. Надо изучать свой род. Мы вот с папой много лет назад мы решили, ну, я ему такую идею подал, что давай родовую книгу составим. А ему это так понравилось. Вот. Он очень трепетно относится к своим родителям, к родственникам. И меня этому научил. Он разослал письма всем родственникам с просьбой прислать фотографии, прислать истории определенные, описания вот своего, своей семьи, своего рода. Нам пришли эти письма, мы составили родовую книгу, заказали типографии, отпечатали, разослали всем родственникам. Они очень так тепло отозвались об этой книге. Папа туда стихи свои поместил. Вот. Но потом пришли такие претензии, а почему так о нас мало написали? Я говорю, ну что вы прислали, то мы и написали. А можно мы добавим? Я говорю, давайте подготовим второе издание, вы уже добавите то, что нужно, говорю, напечатаем, и потом уже следующую книгу мы второе издание сделали в таком большем формате, вот больше туда разных историй поместили, новые фотографии, вот что-то упустили в первом издании, туда добавили, вот, и ну, получилось такое хорошее издание, которое на самом деле, так вот всегда его берешь в руки и как будто прикасаешься к, действительно к истории своего рода, к этой силе своего рода. Это на самом деле помогает, да, в жизни, дает вообще энергию, силы и определенные ресурсы вообще в жизни, да, для жизни, для развития. Вот, поэтому изучайте род, да, изучайте свою родовую систему, трансформируйте негативные программы, какие есть, если они есть в вашем роду. На самом деле наш народ прошел через столько испытаний, что у кого-то были раскулачивания, у кого-то репрессии, у кого-то там голод, войны. Это все те удары судьбы, которые, ну, мне кажется, отразились, да и не кажется, так и есть, отразились практически на каждой семье вот, в нашей стране. Поэтому важно эти все программы трансформировать. Да, кстати, вот еще вспомнил одну историю, которую, думаю, нужно рассказать. Когда один бизнесмен на нашем семинаре рассказал о своей проблеме, у нас был как раз семинар по бизнесу, по теме богатства, процветания. Вот он говорит, что я дохожу до какого-то уровня в своем, ну, бизнесе, и все, я не могу идти дальше. Прямо какой-то чувствую потолок. То есть я потом или теряю, или срываются какие-то там, на миллион там евро был договор, все уже, вот подписывать, сорвалось, потом что-то еще там срывается и так далее. То есть ну никак, не могу вот прыгнуть и все, то потеря там, то, в общем. И оказалось, когда стали исследовать родовую систему, в родовой системе четко раскулаченный, не просто раскулаченный, а расстрелянный дед во время раскулачивания, и четко программа
значит, смерти от больших денег. Да? То есть, если будет много денег, это равно смерти. И у человека на уровне подсознания эта программа, она действует. Вот. И когда мы ее трансформировали, все, у него резко, резко пошел прогресс в его бизнесе. Прям буквально вот сразу, как он говорит, вернулся домой, один договор, второй, третий, четвертый. То есть все, как говорит, пошло по маслу. То есть все, ушли эти препятствия. Почему? Потому что мы убрали вот этот страх, который на уровне подсознания. Вот эта программа негативная, она же есть в роду, но надо ее трансформировать. Вот. И он трансформировал ее, все, проблема ушла. Вот. То есть пошло дальнейшее развитие и совершенствование. Но для гармонизации связи в роду в первую очередь нужно обратить внимание на свои отношения с родителями. Обязательно. Это вот, ну, это в первую очередь. Потому что с родителей все начинается. То есть мы пришли в этот мир, мы получили, да, энергию, скажем, творения от отца, и тело получили от матери. Да? То есть мы связаны с матерью и с отцом. Вот. И поэтому в первую очередь отношения с родителями. Я вот даже по себе знаю, что это мой такой опыт. В принципе, ну вот у меня, как в детстве, я второй сын в семье, разница между мной и старшим братом 9 лет почти. Мама мне в детстве, я помню, говорила, что вот я так ждала девочку. Вот я думала, что у меня девочка родится. Я говорю, а почему девочку ты ждала? Говорит, я так хотела помощницу себе. Я-то сейчас понимаю, что она это говорила для того, чтобы я ей помогал. Но для меня-то, для маленького ребенка тогда это было, ну как, ну я же мальчик. Да, ну все, надо помогать маме. Я вот стремился помогать ей все делать. Вот, я помню, даже рубашки тогда стирал, вот, мылом там тер, там, в общем, чтобы вот маме помочь своей, да. Я думал, что вот у меня с родителями, ну как, хорошие отношения, в принципе, были, да. Но папа у меня такой очень стеснительный человек, и я вот не помню, чтобы он меня в детстве сажал там себе на колени, обнимал, там, целовал. То есть он стеснялся это делать, хотя я знаю, что он очень добрый человек. Вот. И видно, у меня с детства вот это вот как бы дефицит такой, да, вот этих чувств, да, любви, он все равно где-то остался. И когда вот я решил вот, как заняться гармонизацией своего рода, я пришел к своему папе, и я просто начал выражать свою любовь. Я начал его благодарить, да, я говорил ему о том, какой у меня замечательный папа, да, как я его люблю. Что интересно, как вот энергия, как род, как система, как он реагирует. В тот же день вечером старший сын мой звонит мне и говорит: «Папа, ты знаешь, я хочу сказать, что ты у меня самый лучший, вот, и я тебя очень люблю». Я говорю: «А что ты? Ну, не знаю, что-то на меня нашло, говорит, решил тебе позвонить, сказать». Вот, что как хорошо, что ты у меня вот есть, да. На следующий день мой второй сын, младший, значит, он утром, значит, когда я вез их в школу, он говорит: «Подожди, не едь». Я говорю: «Что, забыл что-то?» Он говорит: «Да, забыл. Забыл сказать, какой ты у меня классный. Как я хочу быть на тебя похожим». И, ну, мне понятно, мне это хорошо на душе. И тут я вспоминаю, что я с папой, я ему вчера говорил то же самое. И вот буквально сразу, то есть род, да, вся система, она тут же отозвалась на это. И вот, ну, опыт такой уже большой у нас, да, что когда вот люди начинают гармонизировать отношения с родителями, ну, как я уже говорил, происходит действительно чудесное исцеление, чудесное преображение в жизни. Поэтому начинать нужно всегда с отношений с родителями. А дальше уже исследовать, смотреть. Да, вот бывает, дают в родовой системе, дают ребенку имя, допустим, дедушки. Вот, значит, обязательно есть связь с этим дедом. Обязательно. То есть не просто так взяли и дали имя дедушке. Обязательно есть связь. Исследуй эту связь, посмотри, изучи историю деда, да, как родился, в какой семье жил, какие там были основные там вехи на его пути, да, с чем он жил, чем дышал, да, о чем думал, о чем мечтал. Вот это все есть в тебе, вот эти есть программы обязательно. И если ты, ну, увидишь, да, в нем что-то, что, скажем, ну, проблематичное,
возьми, измени это. Измени здесь и сейчас в своей жизни. Если, наоборот, у него какой-то талант, какие-то способности были, все, это твой ресурс. То есть на самом деле ты можешь это использовать в своей жизни. То есть ты можешь даже выйти, так вот люди через вот это исследование, изучение своих родовых связей, очень быстро выходили на свое предназначение. То есть на то, что они действительно должны делать в жизни. Вот. Потому что понимая, что как раз вот эта сила, то есть ресурс кого-то из моих предков, родственников, это и есть вот та сила внутренняя, которую мне нужно сейчас реализовать в моей жизни. Род, он еще дает и человеку родовую задачу определенную, которую он, реализуя, и сам становится счастливым, да, и приносит максимально пользу, благо человечеству, да, этому миру. Еще есть вот в нашей новой книге, вот это «Исцеление рода», есть такая медитация, там несколько медитаций, и медитация, в которой мы можем отправиться к нашему родовому дереву, да, медитация на помощь рода, на силу рода. То есть каждый может вот как получить доступ, да, вот к этой огромной мощной энергии, силе вот этого нашего единого организма, нашего рода. Вот. Поэтому обязательно надо изучать, исследовать свой род. Ну и, соответственно, вкладывать, да, в его развитие и совершенствование. Еще вот я начал изучать свой род. Когда я его изучал, мне пришла информация о такой науке, как родология, основателями которой у нас в России являются Валерий и Лариса Докучаевы. Я с ними познакомился. Мы написали совместно одну книгу «Наследие предков» вместе с ними. И вот Валерия Докучаева, там, да, очень много такого опыта, своего личного опыта, работая с родом, с родовыми системами. Вот он как ученый, профессор, вот у него такой очень, очень большой опыт. И вот он рассказывал о том, как он в детском доме детям рассказывал о роде, о родовых связях и почему это важно. И что интересно, ведь в детских домах у многих детей прервалась связь с родом, с родителями. И они не могут отследить эту связь. Ну, они просто ничего не знают о своих родителях. Вот. И как так, вот, в таких случаях быть? И вот что интересно, он им сказал, вот этим ребятам, подростки, сказал, что смотрите, ребята, да, вы не знаете своих родителей, вы не знаете своего рода, но вы сейчас можете для своего рода, для своих будущих потомков вообще стать родоначальником. То есть от вас пойдет там род Степановых, да, там род Ивановых, да, и так далее. То есть вы станете для них родоначальником. Соответственно, что вы понесете своим, да, потомкам, что вы им дадите? Кто вы как люди, как члены общества, граждане, да? Вот. И что интересно, после вот этой лекции в этом детском доме ушли проблемы дисциплины, ушли проблемы там, воровства и так далее, и так далее. То есть ребята, они посмотрели, они увидели себя в новом качестве. То есть они действительно поняли, что да, я могу быть родоначальником, а что я дам сейчас своим будущим детям, своим внукам, как обо мне будут говорить, кем я был, что я делал, да? Вот, или я был алкоголиком, или вором, преступником, да, или я был уважаемым человеком. Вот. И изменилась жизнь этих детей, Вот после вот одной такой лекции, то есть когда они осознали, что такое род, и себя ощутили в новом качестве, что я не просто человек, а я родоначальник, да, своего рода. Вот, вот насколько важно, да, осознавать вот эту свою связь с родовой системой. Слово «вера» – это слово, означающее буквально «ведание ра». Да, «ве-ра». «Ве» – это «ведать»,
то есть знать. Ра – это сияние истины. Вот. То есть, по сути, знать истину буквально означает знать истину. Вот. И поэтому у наших предков не было религии, у наших предков была вера. А точнее, было определенное миропонимание. То есть наши предки воспринимали мир целостно. У нас не было, например, язычества, как нам пытаются это донести это, да? Вон, через фильм этот «Викинг» показали каких-то диких наших там предков, да, которые совершали там какие-то жертвоприношения. Все это бред. Это просто бред. То есть на самом деле у наших предков была вера и было миропонимание, определенное миропонимание. И в этом миропонимании было, ну как, одна из ключевых позиций этого миропонимания была справедливость. Именно справедливость. Почему вот русские люди, они все за справедливость, то есть они хотят, чтобы все было по правде. По правде, по совести, вот, чтобы все было справедливо. А определенным силам это не нравится. То есть те силы, которые хотят творить беззаконие, вот, им это не нравится. Вот, и поэтому вот, ну, идет столкновение вот этих интересов на протяжении уже, ну, не только сотен, а тысяч лет. Поэтому я бы рассматривал именно так, как миропонимание. И, конечно, нужно изучать традицию наших предков, изучать, опять же, для того, чтобы восстановить связь со всем родовым древом предков, со всем родовым древом, не только своего рода, а всех родов. Вот. При этом, ну, нужно с уважением относиться к другим традициям. Их на самом деле достаточно много на сегодняшний день, разных традиций. Есть разные миропонимания. Надо к ним относиться тоже с уважением. Вот. И то, что у нас, ну, произошел сплав, например, христианства и нашего древнего миропонимания и представления, и получилось православие, да, христианское православие, вот это, ну, как, тоже такой микс, да, который говорит о том, что, ну, в нас вот эта вера, она по-прежнему жива, она по-прежнему есть. И она на самом деле течет в наших жилах, да, в нашей крови. Вот этот дух, он существует. Но при этом, еще раз говорю, нужно с уважением относиться ко всем религиозным традициям. Почему? Потому что Бог, он един, вот, но он многопроявлен. То есть он проявлен разными образами, разными именами, вот, к разным народам приходил под разными, в разных, как бы, аватарах, да, личностях и так далее. Вот, поэтому нужно стремиться не отделять себя от других, а наоборот искать такие моменты, которые бы объединили все человечество на Земле. Потому что, когда мы разделяем, да, мы ослабляем и себя, и других. Когда мы объединяем, да, мы становимся сильнее. Вот. И поэтому как наши, ну, нужно изучать свою историю, но при этом и свою традицию, и культуру, и веру, но при этом не отрицать того, что есть, ни в коем случае. Просто, ну, в наше время есть такая тенденция, что люди начинают, ну, очень фанатично ко всему относиться, да, и также и к своей, там, скажем, вере, вот, и там уже бывают какие-то перекосы, перегибы, вот, какие-то там тоже такие вещи, ну, как бы вообще, как бы, непонятные, непотребные. Вот, я не сторонник этого. Вот, я всегда за разумное отношение, вот. Я всегда за осознанное отношение. Вот. То есть человек должен осознанно относиться к своей жизни, да, к жизни других людей, вот, и уважать, с уважением относиться к другим традициям. Ну, вообще, конечно, земля предков всегда является местом силы. То есть если ты пришел, да, воплотился здесь на земле и в конкретном месте, то это всегда для тебя будет место силы. Вот. И поэтому
конечно, важно посещать места предков, так же, как вот в тех или иных традициях важно посещать так называемые святые места. Да, это тоже места силы, определенной силы. Так и важно посещать вот эти силовые места, связанные с нашим родом и с нашими предками. Я вот, например, родился на Дальнем Востоке, но я там прожил всего 9 дней, и по заданию партии правительства был переброшен со своей семьей в Москву в 9-дневном возрасте, вот, оттуда уже в Крым. Да, и в Крыму я уже живу скоро уже 53 года. Вот, и ну, для меня Крым – это, ну, скажем, место силы. Да, мои родители с Алтая. И Алтай вот для моих родителей – это место силы. Но и для меня это тоже место силы. Да, и Дальний Восток – то пространство, через которое я пришел в этот мир, это тоже для меня место силы. Вот. И я для себя вот свое место я нашел здесь, в Крыму. Вот. И поэтому ну, для меня это сейчас вот это, скажем, место, где моя родовая земля, да, и где я пустил, как говорится, корни, вот, и где родились дети. Вот, и это для них уже место силы. Так что род, на самом деле, может мигрировать, безусловно, он может перемещаться, да, с одного места на другое. Вот. Ну, конечно, нельзя терять связь со своей землей ни в коем случае, но если тебе по судьбе нужно куда-то, да, переехать, в какое-то другое место, в другую даже страну, я не вижу в этом ничего плохого, ну, значит, тебе нужно действительно что-то изменить в своей родовой системе. Да? Даже бывает такое, что люди вот не могут зачать в этом месте. Стоит им переехать в другое место, раз происходит зачатие. Значит, это место может быть более благоприятно. Да? Или для развития, там, или для зачатия, или для чего-то. Надо учитывать все эти моменты. Нельзя сказать, что вот прям вот, да, то место вот и является моим. Надо чувствовать, надо слушать себя. Да? Надо побыть там, да, побыть там, и почувствовать, где действительно вот то место, которое, на котором ты можешь закрепиться, да, как говорится, пустить корни, развиваться дальше, как представитель своей родовой системы. Ну, тема предназначения на самом деле важна, особенно для мужчины, знаю, она важна, потому что ну, для мужчины это вопрос, можно сказать, вообще номер один, да, найти свое предназначение. Я всегда привожу такой пример. Вот все, что создано в этом мире, оно для чего-то предназначено. Да, вот стол предназначен для того, чтобы за ним сидеть. Да, стул предназначен для того, чтобы на нем сидеть. Да. Там тренога вот под камерой предназначена на то, чтобы на ней установить камеру. Да. Бумага предназначена для того, чтобы писать. Там стакан, кружка для того, чтобы из нее пить. То есть все, что сотворено в этом мире, оно создавалось, творилось с определенной идеей. То есть идея для чего? То есть для чего? То есть для чего это было создано? Для чего это было сделано? То есть, другими словами, у любого предмета в этом мире есть своя функция. И очень важно понять эту функцию. Да? Но это мы говорим уже в отношении человека. То есть если у каждого предмета есть свое предназначение, да, своя функция или идея, ради чего этот предмет создавался, то уже неужели у человека нет, первое, творца и нет той идеи, ради которой он создавался или пришел в этот мир? Конечно, есть. То есть получается, что есть творец и есть то, ради чего я пришел в этот мир. И вот это важно понять. Ради чего? Как это понять? Нужно спросить у того, кто меня создавал и кто мне это предназначение дал. То есть, ну, можно у родителей, конечно, спросить, нужно спросить, папа, мама, вы меня для чего рожали? Но если такой возможности нет, или они забыли уже, то можно, как я говорю, всегда напрямую обращайся к Богу. Тем более Бог, Он в твоем сердце. И вообще мы в нем живем. То есть все есть Бог. Обращайся к Богу, Он всегда тебе даст или ты получишь, как я вот получаю в медитациях ответ, да,
или тебе может сон присниться, или прийти подсказки любым другим образом. Но тебе обязательно придет ответ. Ради чего? То есть какая твоя цель прихода в этот мир, твоя как бы, как говорят, миссия, да? То есть то, что дано свыше. То есть в чем задумка Бога в отношении меня? То есть Бог там как бы сидел, думал, так, ну-ка пошлем для чего? Вот. Вот твоя задумка. На самом деле, как только ты осознаешь это и начнешь действовать в этом направлении, у тебя ну, везде ну, как говорится, зеленый свет в жизни. То есть удача в жизни. Есть такое понятие удача. Да? Что это такое? Ну, куда тебе везет? Да, почему тебе везет? Да потому что ты следуешь своему предназначению. То есть своему тому истинному пути, который изначально у тебя уже прописан. Вот. И не сворачиваешь туда-сюда. Вот, а ты четко идешь вот сюда мне, да, вот так я иду. Потому что если я буду сворачивать, я потеряю драгоценное время, энергию. Вот, а так я все направляю именно вот на тот свой путь, который, которым я и должен идти. И поэтому главное это что? Это медитация. Мы как раз вот обучаем людей медитации тому, как прийти к этому состоянию. Да? Как услышать самого себя, как обращаться, да как, да просто вот, как вот мы к родителям обращаемся, так же и к Богу нужно обращаться. Как к отцу, да, или как к Божественной Матери. Да? То есть обращаешься, ты обязательно получишь ответ. Ты не можешь его не получить. Но ты получишь его ну, таким образом, как, вот, ну, как Бог это посчитает. Вот. Поэтому надо обращаться. И следующий момент очень важный. Надо начинать делать что-то бескорыстно для этого мира. Именно бескорыстно, то есть как в служении. И когда ты это начинаешь делать, мир, окружающий мир начинает откликаться на это. Причем это происходит тоже порой удивительными такими способами, да, через, ну, то, через друзей, там, через родственников, через просто даже людей незнакомых, через да, буквально там человек телевизор включил, ему через с экрана телевизора прям дается ответ. Вот. Вроде бы случайно, да? Вот, нет, не случайно. То есть там что-то сказали, его зацепило, он, о, и все, и пошло цепочка, он начал распутывать и пришел к пониманию того, чем ему действительно нужно, на самом деле нужно заниматься в жизни, что и его сделает счастливым, и еще и принесет пользу и благо этому миру. Поэтому нужно обращаться к Всевышнему, да, нужно заниматься служением, вот, и тогда к тебе придет понимание, ради какой идеи ты пришел в этот мир. А ведь это очень важно. Цель и смысл жизни. Да, то есть, для чего я пришел в этот мир? Для чего? Получается уже сколько? 10, нет, уже 11 лет назад мы здесь, в Крыму, создали свое пространство. Это пространство Светоча. Это наша школа, на территории которой, в пространстве которой мы проводим такие обучающие семинары, тренинги, фестивали, определенные мероприятия, да, которые направлены на то, чтобы помочь людям в осознании причин своих недугов, болезней, проблем, для того, чтобы помочь им найти свой истинный путь, да, для того, чтобы гармонизировать отношения вот в роду, в семье, ну, улучшить и материальное положение, так скажем, ну, в том смысле, что найти свое предназначение и убрать определенные ограничивающие негативные программы, связанные с, ну, не только с деньгами, а вообще с жизнью в этом материальном мире. Вот. И у нас такие проходят такие погружения по 10 дней, то есть люди приезжают на 10 дней и погружаются вот, в нашем пространстве, погружаются в такую серьезную работу над собой. То есть у нас тут свой режим с 5, ну летом с 5 утра люди просыпаются, они делают, сотворяют коллективную вот, молитву, встречают солнце на горе, потом утренняя практика идет, физическая, энергетическая практика, и потом уже занятие, такой блок
утренний блок занятий и вечерний блок занятий. На этих занятиях люди именно вот постигают, да, свою природу, учатся работать над собой, работать со своим подсознанием, учатся слушать себя, учатся медитации, другим разным практикам, техникам, методикам. Вот, и вот эти 10 дней, ну, действительно меняют жизнь человека, ну, порой даже, скажем так, кардинально. Ну, плюс к этому у нас тут свое питание, такое здоровое питание, практически все продукты мы выращиваем здесь же, на нашем, нашем фермерском хозяйстве. Плюс, конечно, это природный ландшафт, горы, озеро с чистой горной водой. Это сама вообще природа, травы. Да, все это помогает вот этой внутренней трансформации. Потому что мы долго искали такое место, чтобы оно было, с одной стороны, вроде как и недалеко от цивилизации, да, там недалеко от моря. С другой стороны, чтобы она была, ну, подальше от цивилизации, ну, в том смысле, чтобы у людей не было всяких там соблазнов, не было такого контакта с определенными энергиями, от которых человек, наоборот, как бы, ну, вырывается на 10 дней, да, вот из социума, из тех энергий, которые так каждый день у него. А ему как раз для работы над собой нужно создать условия, как раз те условия, которые бы помогали ему осознать себя самого и вообще пересмотреть свою жизнь. И вот здесь у нас, ну, условия просто идеальные для этого. Вот. К нам приезжают и люди, которые, ну, другие мастера, в частности, вот йоги очень любят наше пространство, потому что здесь как раз очень хорошо практикуется, очень хорошо медитируется. Вот. Ну, все, ну, все, в общем, для этого как благоприятствует этому, да. У нас занятия происходят, начинаются они в апреле и заканчиваются где-то в ноябре. Вот каждые 10 дней вот такие погружения, разные семинары, тренинги, базовый семинар. Вот я его рекомендую вообще всем пройти, базовый семинар. Это семинар называется «Азбука здоровья и счастья», где мы даем основы работы над собой. Ну и дальше уже тематически, вот семинар, посвященный силе роду и отношениям, гармонизации отношений в роду и семье, семинар «Ступени совершенства», о духовном восхождении и о связи духовного и материального, сплаве именно духовного и материального. Вот. Семинар специально для мужчин, «Путь мужчины», куда приезжают мужчины и закаляют свой дух. У нас там много практик таких очень интересных. И казачий вар, где мужчины, ну, на самом деле, вот, пробуждает свою такую мужскую настоящую силу, энергию. Вот. И путешествие по горам, по местам силы, и работа над собой. То есть многие вот мужчины на этих семинарах избавляются там от вредных привычек, вот, решают свои проблемы, порой достаточно серьезные. Есть семинары специально для женщин, йога-семинары, ретриты, семинар по молчанию, випассана, да, у нас тоже проходит на нашей территории. Семинары, посвященные вот теме богатства и процветания, силе намерения, то есть как правильно создавать намерение, как наше желание именно переводить в намерение, как это намерение воплощать в жизни гармоничным образом для себя и для окружающего мира. Вот, на самом деле очень много тем, как раз таких актуальных для каждого человека. Также мы проводим и детские группы, у нас тут есть детские группы, занятия для детей, то есть родители могут приезжать еще и с детьми. Вот, и дети, пока родители учатся, дети тоже в своем там пространстве, да, детская академия так называемая, они тоже проходят свои определенные тренинги. Вот, ходят в походы, да, купаются на море. В общем, у них тоже своя определенная жизнь. Ну и мы таким образом вот помогаем людям вот за эти 10 дней произвести такую, как сейчас такое модное слово, перезагрузку, вообще пересмотр своей жизни, да, и трансформацию своей судьбы, трансформацию
тех негативных программ, которые у них, ну, или которые они получили по роду, да, или которые они уже сами сумели себе сформировать в своей жизни. Вот мы им помогаем все это трансформировать, преобразить. Представьте, что ребенок, ну, плод в матке, да, созревает и готовится к рождению в этом мире. То есть он в течение 9 месяцев проходит определенные, ну, скажем, этапы своего развития. Да? То есть душа, она приходит в этот мир материальный, но ей, чтобы здесь жить в этом мире, сначала нужно получить тело. И вот это тело, оно формируется через тело матери, да, оно формируется у будущего человека. И вот получая это тело, получая физическую оболочку, душа в этой физической оболочке, она рождается в этом мире. То есть ребенок созревает в утробе матери, то есть доходит до определенного состояния зрелости. И что происходит? Происходит процесс рождения, то есть процесс, скажем так, перехода, да, из того внутриутробного состояния, из того мира, вот в этот мир. Есть разница между вот этими двумя мирами? Да, конечно, есть. Разный способ питания, разный способ дыхания, разная степень свободы. Да? То есть мы здесь как начинаем сами есть ртом, да, начинаем, ходим своими ногами, да? Мы дышим легкими. Вот. Мы познаем этот мир, постигаем истину. И вот мне пришел такой образ, что вот этот мир, куда мы пришли, материальный мир, планета Земля, это как большая матка, в которой мы, как в утробе матери, мы проходим здесь свои этапы развития, становления, и мы должны в итоге, в конце своего пути вот этого, да, всего этого процесса развития, мы должны достичь состояния зрелости. Для чего? Чтобы родиться. Чтобы не умереть, а чтобы родиться. Чтобы родиться в мире, ну, можем его назвать условно духовном мире. То есть вот эта жизнь в этом мире на Земле, в человеческой форме жизни, это как определенный этап развития, становления души. И дальше, то есть физическая оболочка, вот наше тело, это просто как вот оболочка, которая необходима нашей душе для того, чтобы пройти все вот эти жизненные уроки. И, соответственно, мы дальше, достигая состояния зрелости, мы рождаемся в духовном мире, оставляя физическую оболочку, просто ее оставляя за ненужностью, потому что там эта физическая оболочка не нужна, это другой мир, там другая степень свободы, там другие связи, вот, там немножко все по-другому. Вот, или не немножко, но по-другому. Вот. И мне было видение однажды, там, чего там, да, происходит. Кстати, нас там тоже ждут папа с мамой. Вот. И на самом деле от нас, от самих зависит, вот мы готовы перейти на этот новый уровень или новую ступеньку своего развития, совершенства или нет. И те люди, которые ну, застревают, как в этом мире, да, в этой школе, они, ну, не поступят туда в высшее учебное заведение, да, как вот не закончил класс там какой-то, оставайся на второй год, да. Вот также, если человек не достиг состояния вот этого совершенства, да, то, что всегда было вот в йоге, да, достичь состояния вот этого единства, совершенства, если ты не достиг этого, ну, значит, ты, твоя душа опять на перерождение в этот мир, опять в матку, опять живого существа, да, вот, и давай опять воплощайся в этом мире, проходи снова те уроки, которые ты не прошел. Можно сказать, что да, смерть есть для, скажем, вот физического тела, но я-то, это же не только тело, я же это еще и душа в этом теле, поэтому для души смерти нет. Для души нет смерти, для нее вечная жизнь, вечное развитие. И, ну, я всегда говорю, хватит сидеть в одном и том же классе, вот, или там в одной и той же школе, да, сидеть, хватит. То есть надо, все, ты прошел, ты должен пройти свои уроки, усвоить их, вот, созреть
и все, идти дальше, там дальше все гораздо интереснее. Вот. Там степень свободы, которая нам здесь вообще не снилась. Кстати, поэтому в йоге же есть такой термин, как освобождение. Вот. Почему он пришел такой, мокша, да, освобождение. То есть именно, что душа должна достичь этого состояния, состояния единства, то есть когда сознание расширяется, вот, у индивидуума, от индивидуального он приходит к божественному сознанию, и ты уже можешь действительно переродиться вот в этом духовном мире. То есть когда ты здесь свою задачу уже решил, задачи развития своего и совершенствования, ты уже рождаешься в духовном мире. То есть ты просто переходишь в духовный мир. Душа – это, ну скажем так, искра Бога, да, которая имеет индивидуальное сознание. Вот, индивидуальное сознание. Это и есть душа. И вот эта душа, она переходит из, скажем, есть колесо сансары, так называемое, да, из одной формы жизни в другую, да, из одной жизни в другую, она переходит, накапливает определенный опыт, проходит свои уроки. То есть мы, вот наши души, так как мы воплотились в человеческой форме жизни, мы прошли уже много-много разных воплощений. И мы здесь, опять же, для чего? Для того, чтобы выйти на новую ступеньку своего развития. То есть закончить эту учебу на земле, как в школе жизни, да, и перейти уже, поступить уже в высшее учебное заведение. И вот душа, она должна пройти этот путь. И поэтому нам в жизни всегда приходят самые лучшие наши учителя. Это наши родители, наши родственники, наши близкие, наши жены, мужья, наши тещи, свекрови, вот, наши соседи, ну и так далее, и так далее. На самом деле, все эти души как раз для чего? Они для того, что я сам я не смогу пройти. Нужны вот эти души, которые будут помогать мне в этом. Это как вот есть такой образ, что бриллиант, он же, как, он же не, ну, в природе нет его в таком виде, как бриллиант, да, сверкающий там всеми своими гранями. А это есть руда, то есть есть алмаз, да, который нужно еще огранить. Но алмаз можно огранить, так как он, ну, как самый твердый, его можно огранить только другим алмазом. Поэтому нужны другие люди, чтобы из меня сделать человека. Нужны другие души, которые бы помогали бы мне через разные жизненные ситуации, вот, прийти вот к состоянию вот этой безусловной божественной любви. Поэтому другие души есть необходимые условия нашего совершенствования и развития. Вот, поэтому каждой душе нужны другие души, да, как бы можно сказать, образно контракт есть с другими душами, подписанные на то, чтобы вот совместно будем учиться. Но Бог или высшее существо, оно не над нами, вот, оно не где-то там, да, оно здесь. То есть оно в нас, да, в нашем духовном сердце. Вот, оно в сердце каждого живого существа, и вообще мы в нем живем. То есть, по сути, вот этот материальный мир – это тело Бога. Вот, и поэтому мы в нем живем. И когда у меня спрашивают, там, вы ходите в церковь? Да, хожу в церковь. Говорю, ну, больше всего я посещаю главный храм. Это какой? Я говорю, природу. Потому что природа – это есть, на самом деле, храм, сотворенный Богом. И поэтому вот всегда можно понять, вот человек разумный или нет, как он по его отношению к природе. То есть если ты, ну, бывает, едешь на машине, и вдруг там из окна летит там бутылка там, или пачка из-под сигарет, вот и ты понимаешь, что там едет человек, которого, ну, скажем, он еще не дошел до понимания своего единства с этим миром. То есть он не понимает, что совершая вот это действие, он, ну, все равно, что плюет себе в лицо. То есть поступает неразумно, просто не понимая, что он делает. Если бы люди понимали, что самый главный храм – это есть вот природа, да, природа, они бы по-другому бы относились к ней. Тогда не нужно было бы вообще строить храмы, ну, рукотворные. Кстати, у наших предков не было рукотворных храмов. Храмом была природа, и они так к ней относились. Вот. А другой храм – это наше тело. И, например, ну, ходите ли вы в храм? Да я вот он и есть. Потом храм – это наш дом, в котором мы живем.
это тоже храм. Сердце наше – это храм. Вот. И, соответственно, ну, я живу в этом храме. Вот. Зачем мне в него ходить? Я пью воду, я причащаюсь. Я дышу воздухом, я причащаюсь. Я ем пищу, я причащаюсь. Это и есть причастие. Потому что это все, воздух – это дыхание Бога. Вода – это его кровь. Пища – это его тело. То есть все есть Бог. Да, и Бог есть все. Вот, поэтому, и мы, кстати, тоже с вами есть Бог. Вот. Я понимаю, что для кого-то это звучит как какая-то мысль такая, как я говорю, крамольная, да? Вот. Но на самом деле это так. То есть все есть Бог. Если, чем быстрее люди придут к этому пониманию, тем быстрее наладится жизнь на земле. Тем быстрее исцелится все человечество. Потому что сейчас человечество больное. Вот, то, что происходит, мы видим, это все проявление болезни. Экстрасенсорная экология, да, там, гомосексуализм, это же тоже болезнь. Алкоголизм, это тоже болезнь. Да, войны, которые происходят, это все тоже болезнь. Это болезни человечества. Вот, болезни разума. И чем быстрее люди осознают, что вот Бог, он не где-то там, да, а все есть Бог, вот, и мы есть его проявление, его манифестация в этом мире, тем быстрее мы придем вот к тому Царству Божию, да, о котором говорил Иисус Христос. Смысл жизни в самой жизни. Вот, то есть смысл жизни, то есть важно понять, кто я, для чего я пришел в этот мир и куда я иду. Вот когда я смогу ответить себе на эти три вопроса, вот тогда я и пойму смысл жизни. Потому что сначала я должен понять, кто я. Вот, как, ну, вообще как, не только как личность, а вообще как существо. Да? Дальше, для чего я пришел в этот мир, то есть в чем моя миссия, предназначение, и куда я иду, то есть цель моего пути, жизненного пути. То есть куда? И что там меня ждет? Да? Вот когда придет, ну, человеку это, ну, как осознание, понимание, тогда человек и поймет смысл жизни. Вот. Смысл жизни – это достижение той цели, да, выполнение того предназначения, ради которого мы с вами приходим в этот мир. То есть что с чем смешать, чтобы получилось счастье? Для этого нужно сначала понимать, что я хочу приготовить, то есть что такое счастье. Счастье, понятие счастья вытекает из самого слова счастье. То есть счастье – это значит чувствовать себя частью единого целого. То есть человек счастливый – это тот, который именно ощущает себя единым целым со всем мирозданием. Вот тогда этот человек может быть счастливым. Есть разные уровни понимания счастья. Для кого-то счастье – выпить 100 грамм. Вот это его уровень понимания счастья. Для него счастье в бутылке. Вот. И ну так на некоторых посмотришь, думаешь, действительно, наверное, счастье и правда в бутылке. Вон бутылка в центре стола. Вот. Там у кого-то там руки дрожат, чтобы ее открыть. Там выпивает сразу такой довольный. Думаешь, ну может там действительно счастье в бутылке. Может мы не там ищем. Вот оно счастье, да? Достаешь из холодильника, налил, и ты счастлив. Вот. Но это же мы понимаем, что это все бред, да? Что это обман, да? Это иллюзия. Вот. Никакое это не счастье, это наоборот уход от счастья. Да? На самом деле, да, у кого-то счастье там, вот, встретить свою, там, как говорят, вторую половинку, да, и вот это вот и есть счастье. Но потом, когда какие-то возникают проблемы, оказывается, что нет, и это не счастье. Да? У кого-то счастье – это иметь там кучу денег, да, или недвижимости. Потом оказывается, блин, это оказывается несчастье. Счастье в другом. Счастье именно в осознании своей истинной сути и именно в состоянии жизни, в состоянии вот этого единства, да, блаженства с окружающим миром. И вот это и есть состояние счастья. То есть когда ты действительно ощущаешь себя частью вот этого единого целого. И вот это будет, ну как, эта идея, да, это состояние, оно будет наделять тебя вот этим чувством блаженства, да, чувством глубокого такого удовлетворения, которое люди, по сути, называют счастьем. И на самом деле все его ищут.
Только, ну, я говорю, что некоторые ищут не там. Да? Мы наши занятия, практики проводим у нас здесь, в Крыму, в центре Светоч. Это наше как бы основное, главное пространство, где случаются все чудеса, да? Самопознание, самоисцеление и преображение себя. Также выезжаем я и наши преподаватели школы, выезжают в другие города, вот, и страны. Мы там проводим такие небольшие выездные семинары-тренинги, один день или два дня, на разные темы. Бывает так, вот этих двух дней или одного дня бывает достаточно человеку для того, чтобы уже многое в себе изменить, да, в себе, в своей жизни, что-то понять, осознать, более ответственно относиться уже к своим жизненным задачам и вообще к своей жизни. Семинары у нас проходят здесь, в Светоче, проходят с апреля по ноябрь, каждые 10 дней. У нас расписание есть на нашем сайте. И вот в ближайшее время оно у нас появится на следующий год. Вот. Ну, а выездные семинары мы проводим в разное время, практически круглый год. Ну, вот в ближайшее время я буду со своими семинарами 7-8 декабря в Москве. Будет семинар, два семинара, новых семинара. Один семинар — трансформация негативных подсознательных программ. Это как раз о том, как трансформировать, как сначала выявить программы, да, определенные негативные, которые, через которые приходят страдания в мою жизнь. Вот. И второе, как их, эти программы, трансформировать, да, то есть как их преобразовать, да, в позитивные программы. То есть это такой семинар, где много практики, горячие стулья, работа с людьми, конкретные методики обучения, техникам, через которые люди могут, ну, помочь себе, да, эти программы трансформировать. Вот. И другой семинар о безусловной любви, да, секреты безусловной любви. То есть как раз я там раскрываю на этом семинаре, в чем отличие между, ну, той любовью, которую люди обычно привыкли воспринимать в этом мире, да, как привязанность к чему-то, к каким-то объектам, да, этого мира, безусловно, именно любовью. То есть в чем разница, да, между вот этой привязанностью, которую люди называют любовью, именно настоящей, истинной, божественной, безусловной любовью. И как получить доступ вот к этой энергии безусловной любви, и через, раскрывая в себе этот источник любви, фактически исцелить полностью и свое тело, и свою жизнь, и свои отношения, то есть как вообще изменить себя и свою судьбу благодаря вот этой силе безусловной любви. В этом году мы начали такой очень интересный проект, называется «Здравые люди». Я рекомендую всем стать участниками этого проекта. Он именно создан по просьбам всех тех, кто, наших вот студентов, кто прошел у нас обучение на наших семинарах, кто книги читал, потому что они все говорят, ну, хочется, чтобы вот в повседневной жизни была какая-то практика, которая помогла бы мне все время быть в состоянии вот этого развития. Вот. Потому что бывают люди, ну, здесь они прошли семинары, домой, как они говорят, приезжают, а там вот эта рутина, она как бы затягивает, и потом нужно совершать неимоверные усилия для того, чтобы, ну, скажем, вот вырваться из этого состояния, да, из этого гипноза нашей цивилизации. Вот. И как раз вот этот проект «Здравые люди», он как раз создан для тех, кто хочет каждый день, совершая малые шаги, прийти к состоянию совершенства, то есть развиваться, совершенствоваться каждый день. То есть это практика с утра, которая включает в себя несколько блоков. Это и молитвенная практика, и медитация, и релаксация, и работа с дневником, и физическая практика, и энергетическая практика, и пранаяма. То есть это, да, еще и духовное чтение. То есть такой сразу нескольких блоков в одной практике, в часовой, которая помогает каждый день совершать небольшие изменения. Вот. Но которые, каждый день накапливаясь, начинают преображать жизнь человека в целом.
Вот. Это такой вот еще такой серьезный и очень интересный проект. Каждый может стать участником этого проекта. Так, ну что мне пожелать вам, дорогие друзья? Прежде всего, живите осознанно. То есть перестаньте быть несчастными жертвами обстоятельств жизни. А становитесь хозяевами своей жизни. То есть берите на себя ответственность за свои мысли, слова, поступки, желания и творите прекрасным свой мир. И будьте осознанны. Это очень важно. Расширяйте свое сознание. Включайте в свое сознание не только себя и какие-то свои интересы, но включайте свой род, свой народ, да, всю нашу планету, да, Землю и вообще всю Вселенную. И желаю вам счастья, любви и добра.